1751 избирательный участок по всей Самарской области будет работать в дни голосования 8, 9, 10 сентября. Задача общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами – обеспечить каждый избирательный участок наблюдателями, которые будут следить за соблюдением закона на каждом этапе избирательной кампании. В процессе набора пула наблюдателей участвует Общественная палата Самарской области. Общественная палата, как вот выполняет свою миссию такого интегратора людей, которые именно будут смотреть на то, чтобы выборы были честными, легитимными, прозрачными, результативными, чтобы, повторю, если какие-то были недоразумения, чтобы они были разрешены в законном порядке. Стать наблюдателями могут активные и инициативные жители Самарской области, достигшие 18 лет. В пул независимых общественных наблюдателей традиционно входят представители политических партий и общественных организаций Самарской области. Общественные организации, у них само название общественное, это общественность, которая не действует в интересах какого-то коммерческого бизнеса, не действует в интересах своего партийного кандидата. Поэтому привлечение именно общественности к наблюдению за выборами дает наиболее полную картину и прозрачности выборам, открытости выборам, честности. В рамках избирательной кампании этого года Общественной палатой Самарской области заключено соглашение с региональными отделениями 4 политических партий и с 15 общественными организациями о взаимодействии по реализации прав граждан на участие в наблюдении за проведением выборов. По словам президента Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерия Фомичева, посредством таких соглашений обеспечивается партнерское сотрудничество сторон не только по привлечению в пул наблюдателей людей из различных сфер общественной и политической жизни региона, но и по увеличению электоральной активности избирателей. Торгово-промышленная палата всегда активно участвует в избирательных процессах, независимо от партийной принадлежности, потому что бизнес работает с любыми партиями. И наша задача как раз именно активизировать бизнес-сообщество для участия в выборной кампании. Все наблюдатели проходят обучение. Семинары для наблюдателей стартовали в регионе в мае этого года. Обучение будет проводиться до начала самих выборов. За месяц начнет работать и горячая линия для избирателей, где можно будет оставить свои обращения, связанные с ходом избирательной кампании. А сейчас уже функционирует горячая линия для тех, кто желает стать наблюдателем. В состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в этом году вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.